Авдеев, Анисимов, Аршакян, Бурда, Гарусов, Герасимов, я. Долгов, я. Дубенко, Емельянцев, я. Житков, Зеленков, Круль, Лаврентьев. Разминка. Выкладываемся на все 100, как обычно, несколько на лапах, несколько комбинаций. В конце поработаем на груши. Левый сбоку. Выполняешь, бью. Правый сбоку, левый снизу, правый сбоку. Нормально работают ребята. Это группа 14 плюс основная. Только половину из них выступает, остальные занимаются за себя. Призеров всероссийских соревнований. В моих подарочных перчатках они работают. Переднюю ножку немножко убираем назад, разворачиваем плечи, включаем таз, кидаем руку. И левой рукой, левой и правой. Два прямых удара на отходах. Раз, два. А третий удар я пробиваю сайдстеп сбоку. Шагай. Оп. Я сюда. Да. Раз, два, да. Раз-два пробил, вот движение, этой рукой уже пробиваю. И пробуй, дорогая. И корпус пошел, давай. Неудобно, да, да? Вот, пробуй, да. Еще, еще. Скорость, скорость первые три. Та-да-да. Та-да-да. Еще раз. Раз, два, три. Вот. Thank you.
Что, все могут? Могут. Могут. Выступать только надо. На самом деле, если могут, хорошо, это же основная группа. Вы пропотели, все, весь негатив ушел. Но закрепить свои материалы нужно на соревнованиях. Еще раз повторюсь, мастера спорта выполните, это какой-то статус по жизни. На вас будут по-другому смотреть, а потом уже уходите. Кто куда, кто в тренерское, кто дальше. Все, давайте похлопаем Юрию Леонидовичу. Мы поддерживаем армию России!